Итак, мы видим Аршакяна Армена, который через полгода после своего отсутствия решил вернуться в клуб. А почему? Потому что в этом клубе есть такие люди, которых нигде не найти, и этот клуб не такой, как все. Да ты что? Но по программе, если ты ушел, ты обязан, как обычно, сдать зачеты по истории. Итак, я сейчас выбираю вопрос, а он не смотрит. Он уже ответил на 5. Какой же был вопрос? Так, ладно. Когда было объявление войны Японии? Это было 8 августа 1900... 49-го года. 45?